Я бы не стала пытаться говорить Спрингтрапу подобное. Он не плюшевый мишка, когда злится. Что я сказал такого? Просто будь осторожнее. Я не хочу, чтобы ты пострадал. О, да. Он когда-нибудь обижал тебя? Он есть. Слушай, это было только один раз. И это была моя вина. Мы были знакомы уже несколько недель. Я задавала слишком много вопросов. Я просто хочу знать, ты одержим? Почему ты жив? Далее. Стоп. Не заставляй меня сказать это снова. Ой, да ладно. Просто скажи мне. Это не может быть так плохо. Далее. Я имею в виду остановись. Или ты собираешься получить больно? Что? Я не боюсь тебя, дружище. Ты боишься, что я узнаю, что ты убил кого-то. Или... Я сказал стоп. Ты научись слушать меня и других. Понимаешь? Пожалуйста, остановись. Ты переломаешь мне руки, пожалуйста. Ты будешь слушать и молчать в следующий раз. Я буду, просто дай мне уйти. Извини. Я имею в виду, это я во всем виновата. Я должна была просто остановиться. Я нажала на его кнопки. Это было неправильно и глупо. Кроме того, он извинился немного позже. Так что... Дали, ты слышишь себя? Чувак, меня не волнует, насколько раздражаешь ты. Он не должен был причинить тебе боль. Эй, ты знаешь что? Как насчет того, чтобы поехать и побыть со мной немного? Мы можем поиграть в видеоигры в моей комнате или на велосипеде в парке. Чего ты хочешь, человек? Реально? Да, конечно, реально. Тебе нужно некоторое время побыть вдали от Спрингтрапа. В любом случае, это не может быть нормальным и здоровым, знаешь. Для девушки, чтобы подружиться с жутким старым живым костюмом кролика. Я имею в виду, я знаю, что он твой друг и все такое. Но на самом деле, ты должна общаться с другими детьми. Я имею в виду, если ты хочешь. Ну, я думаю, ты прав, Гарри. Действительно люблю. Поболтала бы с тобой еще, во всяком случае. Если это означает пожертвовать немного временем со Спрингтрапом, то, черт возьми, возможно. Нет.